для тех, у которых не получилось римское гражданство, есть возможность получить миланское гражданство. Как вы должны научиться делать величайшее миланское особуко? Сейчас покажу. Осбис – это название особуко по-милански. Переводится как осо, кости, буко, дырка. Это часть задней ноги телятина. Сегодня приготовим два особуко. Главное, чтобы особуко был круглый, было кости с дыркой, и в дырке был величайший костный мозг. Костный мозг передаст вашему особуко вот тот вкус, который очень нужен. Прежде чем начинать, надо классические три среза. Раз, два и три. Срез должен быть достаточно глубокий, чтобы эта внешняя пленка, она была полностью отрезана. Потом лук. Включаем без фанатизма. Добавляем масло сливочное. Немножко оливкового масла. Лучини. Лук, который должен не обжариться, а томиться. Пока здесь все обжаривается, подготовим нашу панировку. Мука, соль и перец. Когда лук стал мягенький, добавьте величайшее белое вино. О, такое нормальное количество. И пусть томится. Праздничное блюдо в Милане. А пока лук томится, мы можем уже начинать готовить ля гремолада. Это смесь лимонной цедры, петручелли и чесночини. Потом добавляется в конце чеснок. Давим и режем. Вот это тоже режем. И петручелло. И все вместе мелко. Наш лук оставляем. О, в этой же сковородке очень важно. Обжарим наше мясо. Добавим немножко оливковое масло. Начнем легчайшую панировку. Панировка мяса. Вот так вот. И один, и два. Все. Готово. Жарим. Так, посмотрим. О, уже такой золотистый. А когда золотистый, можем перевернуть. Традиционный особуко едят либо с ризотто по-милански. Это ризотто с шафраном и костным мозгом. Очень вкусно. Либо его едят как горячее, как второе блюдо вместе с горохом. Либо самый настоящий его едят просто так. Винчелли. Перец. Какая красота. Видите, уже стало немножко кремообразным. О, это прекрасно. Это значит, что мы пока делаем все хорошо. Попробуем. Величайший. О, как величайший. Теперь пришло время тушения особуко. То, что мы тушили наш лук. И добавляем туда говяжий бульон. Сколько? Пока не прикроется весь мясо. А, вот так. Уменьшаем огонь. Закрываем крышку. И ждем. Целые 2 часа. Даже чуть-чуть больше. Что мы получили? Получили мощнейшее особучоне. Эта жидкость стала такой кремообразной. И наш особуко стал мягким, так величайшим. Пришло время добавлять гремолада. Вот так вот. Потихонечку, чтобы все это не разводился. Перекладываем вот так. Вот так. Еще гремолада. Вот так. Можем выключать очень внимательно нашу особуку. Остался целым. О, и кладем. Добавляем саусельный
соусоленый. Немножко перец, немножко гремолада, так, в качестве декор. Дамы и господа, осбуз по-милански, величайший особуко. Бон аппетит, прямо тает.